Всем привет, с вами Даня, и сегодня я вам покажу вот такой вот новенький аддон, который добавляет две вещи. Ну или же точнее заменяет две вещи. И давайте к нему приступим. Так, сейчас ждите. Секундочку. Так вот. Так. И ссылка на него будет в описании. На этот аддон. Этот аддон заменяет чешуйницу на эндер чешуйницу. На вот такую вот. И они лупят друг друга. Точнее, кусают. Это как-то очень странно. Я не понимаю, почему это так. Ну ладно. Вот такие вот наши эндер-чешуйницы. А еще этот аддон заменяет яйцо на эндер-перл. И это настоящий эндер-перл. Он все... У него все качества, как у настоящего. Вот. Видите? Смотрите. Опа, допустим, где-то далеко. Вот. А теперь снова около того места, где дерутся чешуйницы. Вот. Видите? И так можно бесконечно куда-то тпшиться. Я думаю, это будет прикольно. Ой, где я только что заспавнился? Вот такой вот очень прикольный аддон. Мне он лично нравится, особенно с этими эндер-чешуйницами. Но больше всего мне нравятся эндер-перлы, что теперь можно тпшиться. Опа! И из этих эндер-чешуйниц иногда выпадает вот такой вот... Эндер-перл такой вот. Так, сейчас будут они все между собой драться, и вот. Все, теперь мы будем смотреть, как они делаются. Можно запешнуться куда-то. Опа! Ну что ж, вот такой вот я прикольный вам аддон показал. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Даня. И снова все ссылки будут в описании на этот аддон. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.